Тут же должен быть кислород, нет? Вангую, там будет еще одна. Вот она, и она меня сейчас забирает. Да, идеально. Да вы серьезно, блин, да ты че, игра? Че ты душишь так? На центре, главное, вот так вот. Раз, типа, если даже если он ударил, мы колечко, типа, забрали. Где колечко, блядь? А почему я его не взял? Че, блядь, кто, где, куда, блядь? Да хер, блядь, тут знает, блядь. Все, блядь, на ощупь. И в ямку. Хуяк, и все. Так, ну что, у нас Sonic. Кто-то говорит, игра получше. Вторая часть, да? Первую часть прошли. Кто-то говорит наоборот, снова. Она в два раза длиннее, она в два раза дольше, она в два раза душнее. Надеюсь, мы сегодня ее развалим, да, пройдем. Ну как бы, у нас другой задачи-то и нету. Ну-ка. О, а здесь уже есть эта тема с разгончиком. Так, ладно, сейчас тут будем осваиваться. 80 монет и никакой бонусный уровень не дали, да? Слушай, надо сотку собрать, за сотку же жизнь дают. Нам как бы жизнь-то нужна, а? Слушай, ну пока все достаточно суперкомфортненько даже, прям не знаю, прям даже как-то так... Супер приятно даже играть, я бы сказал. Так, ну 100 колец мы соберем сегодня или как вообще? Жива, да, какая-то внизу опасная? Опа! Ну тут же должен быть кислород, нет? Ну типа, камон! Давай, ё-моё, это Danger на снова сейчас был. Блин, я сейчас что-то это, прям думал, что все, если честно. Уже думал, типа, не приедет. Воюй налево дивизию! Так, ладно, давай быстрее. О, есть, жизнь взяли. Взяли жизу и вот так, просто с разгона туда вниз, как бы, типа, камон, полетели. Не, ну, бесяру забираем. Серьезно, блядь, жучара, у меня было там под сотку уже. Ты чё творишь-то, ё? Идеально, то есть ты не видишь даже, что внизу, ты падаешь и сразу же попадаешь на шипы. Не, ну клёво. Эй, ёб твой, ты даже не появился в этой херне, бля. Блин, ну как так, ну блин, ну такая подстава, блядь, ну я не могу. Ну это реально уже скотство, блядь. Блин, я только... Почесалась, блин, щека, решил, блин, почесать. Да, добрый вечер, блин, сразу же, блин. Ага. Ну все, приехали. Экран мы не открываем, у нас ничего не видно, ну все. Ага. Я хотел нажать прыжок, но я не успел. Все, гамовер. У меня был континьюс, вы серьезно? Камон, куда вы нас похоронили? Сюда. Danger на Snow. Спокойно, я даже сейчас тогда соберу еще 100 колец, чтобы чисто забрать левел. Как вам такая идея вообще? Берем. Спасибо. Блин, ну конечно подстава была, я не... Ой, дайте в пень. Еще одна. Колечко. А там будет еще одна херня, я прям... Вангую, там будет еще одна. Вот она, и она меня сейчас забирает. Да, идеально. Да вы серьезно, блин, да ты че, игра? Че ты душишь так? Только нет. Блядь, последнее колечко. Так. Максимальный Danger на Snow, максимальный. На центре, главное, вот так вот. Раз, типа, если даже если он ударил, мы колечко, типа, забрали. Где колечко, блядь? А почему я его не взял? Ладно. Блин, вот это, конечно, такая подстава. Была с этим мошки, блин. Опа! Я только присел, и мне сразу со спины такие, ну здравствуй.
Бля, это вообще, это у них просто гениально. С этими осами придумали, просто эпик вообще. То есть ты вылетаешь и по-любому получаешь дэмэдж. Ну, как бы гарантированно. Но это же... Я не знаю, но это же реально супер запечение. Ну как ты меня зацепил? Чем, блин? Да что меня цепляет? Я не понимаю. Какой-то воздух меня ударил. Что это было? Очков не хватило. Издевается игра вообще просто максимально. Чего? Крышка на голову упала! Как Метрополис. Ну, что-то забираем, да? Этот жабий, жабоногий этот сидит, по-моему, ждет. Робонавт этот. Да ты охренел! Пипец, он через полкарты накидывает. Бессмертного. Ну да, конечно. Да насрал я, блядь, да, что я на него напрыгнул. Чисто красивенько, блядь. Игра говорит, иди нахер, блядь. О, волнует. У тебя 60 колец, как бы, иди сюда, мы тебя наказываем. Сейчас босса забираем, делаем все красиво. Базару зира. Нет! Нет, блядь, ну куда я спешу? Так, собрались, собрались. Тихо! Чё, блин? Ты ещё вот тут устроил? Блин, у меня ещё сердце не остановилось, когда он там ещё что-то попердел там. Так, Wing Fortress. Ну это что такое? Блядь, что-то происходит! Надо прыгнуть. Круто, блядь. А, у меня есть континью, блядь! У меня есть континьюс! Блядь, если бы сейчас континьюса не было, я бы, наверное, я не знаю, что бы пришлось. Что-то бы окно открыть, наверное, пошире, блядь. Я, бля, булки расслабил, что ну все, идем, бля, пешком забираем, бля, игру, конечно, конечно. Просто, блядь, рандом. Чё, блядь, кто, где, куда, блядь, да хер, блядь, тут знает, блядь. Всё, блядь, на ощупь, и в ямку, хуяк, и всё. Это ж, ну я же идиот, это же, ну это же задний фон, ну ём, ну ты чё, ну... Ой, такой ребёночек, я в шоке. Блядь, что за хуйня, блядь, происходит? Как мне на это ебаное дерьмо нахуй залететь, блядь? Или я должен... Блядь, нахуй, в этом ебаном дерьме, блядь, происходит? Пиздец, нахуй. Да я не прыгаю на ней, нахуй, ебаный брод, блядь. Она ж не долетает нихуя, блядь. Это пиздец! Они же, бля, больные, бля, или что, блядь, разработчики, бля? Чё за срань вообще непонятная?
А, два раза прыгаешь, на третий уже не цепляешься. Огонь этот бьет, не бьет, блядь, называется, блядь. Догадайся сам, понимаешь, блядь. Давайте в этот гребаный уровень зайдем, я не знаю, там можно что-то... Что это, блядь, сможешь это вообще получить? Какие-то кольца там, хер знает что там, континисы, я не знаю, что тут... Хватило. Нихера не дали, да? Идешь нахер, называется. Мы у тебя все кольца забрали. Все, спасибо. И там еще есть уровень, блядь, в смысле следующий. Блять, куда здесь, блядь? Ну что, блядь, здесь я... Как я должен-то, блядь, знать в этой гребаной игре, блядь? Куда я, блядь, тут должен лететь, блядь? Все, пиздец. Это больная игра, блядь. Я в шоке, блядь. Блядь, да это что за ебалово вылезло? Да ты ж сапог уже взял, блядь. Что ты... На сапоге уже не можешь разогнаться, блин, что за бредятина? А ну, конечно, игра. Ладно. Драпни эту зерабуру, если не хочешь продолжать. И правда хрен пройдешь. Не мой себя, я даю добро на сброс. Не-не, Денис, это уже принципиальный момент. Тут уже понимаешь, что я сейчас принципиально. Мы сейчас сядем и просто разнесем в говно эту игру. Вон уже глюки даже пошли, игра уже понимает, что типа все уже. По-человечески тут уже не прокатит, блин. Первый вопрос, как с коннектом было? Да охуенно, вот как с коннектом, пацаны. Брат, о, за упорство. Денис, спасибо тебе, Гран, ты что-то сегодня разбушевался. Спасибо тебе большое за поддержку. Нет. Ебаный насос, ну, блядь. Ну как, блядь, можно такое вообще говно, блядь, делать было, а? Я нажал хоккик, ну... Аккуратнее. Британские ученые выяснили, что от этой игры может развиться ЗГМ. Залупизм головного мозга. Изи. Бля, ну тут, конечно... Не понял, я его... Бля, да я его бил в прошлый раз, я не понимаю, что за... Этого уёбка, нахуй, где там, блядь, бить? Я вот не вообще, нахуй, не понимаю, блядь. Бля, я забыл, что у него рука вылазит. Бля, я просто подумал о том, что пишет Батискаф, может быть, действительно ему на голову прыгать, а вместо пуза. Вот так, типа. Не? Изи. Сюда его. Ну все, развалили игру. На жопу его посадили. Здесь не достанет рука. Забухтелся. Ладно. Ну все, уже понятно, что он наш. Ой, что такое? Кузяу отлетело. Как так-то, ёпчись. Ну да, ебай. Черно-белый мультик посмотрели, хоть наконец-таки. Да, детка. Ой, сюда. Вот так. Вот так вот. Дело принципа сделано. Денису спасибо за реквест. Он на самом деле, помимо реквеста, еще поддержал, блин. Так, спасибо всем, кто был с нами, кто смотрел, кто выдержал, блин, 10 часов, блин, ё-моё, 9. Жесть какая. Вот, но...
развалили.